Здравствуйте, уважаемые телезрители! Игра «Думай, знай, познавай» вновь с вами. И я, и ведущий Кирилл Махров. 5 вопросов очередные готовы. И мы готовы их задать очередному нашему участнику. Именно для этого мы и вышли на улицы нашего дорогого и любимого города. Ну что, зададим? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Анастасия. Анастасия. Елизавета. Елизавета. Так, мы сегодня играем с Анастасией и Елизаветой. Ну что, девушки, я вам задам всего лишь 5 вопросов. Вам нужно над каждым вопросом подумать и каждый вопрос оценить. Минимум в 1 балл, максимум в 5 баллов. Государственным деятелем в какой стране был кардинал Ришелье? Три мушкетера смотрели? Нет. Франция. Франция? Да. Можете громко разговаривать. Франция вроде бы. Франция? Да, это все происходило в Франции. Да, давай 5 баллов. Давай 4. Какие предположения? Франция. Франция? Кажется, Франция. Да. Франция. Понятно. А на сколько вы оцениваете? На 4. На 4. Франция, это правильно. Какое из поселений Ленинского городского округа располагается дальше остальных от города Видное? Первый вариант – поселок Володарского. Второй вариант – поселок Молоково. Третий вариант – поселок Горки-Ленинский. И четвертый вариант – поселок Петровский. Самый дальний. Какой у нас поселок? Володарского, Молоково. Володарский. Да, что-то я слышал, где он далеко. Он далеко. Да. Горки Ленинские или Петровская? Ну, мы, наверное, Володарского. Володарского? Да. А на сколько? Ну, думаю, на четверку тоже. Да. На четверку? Да. Уверена? Да. То есть не горки? Нет, не горки. Нет. Это правильно, действительно, поселок Володарского. Почему, по мнению Шарика, в мультфильме про Простоквашино, только советского еще производства, лучше покупать мясо в магазине? Ну, потому что там качественное, там проверяют. Проверяют? Да. А вот если в мультфильме почему? Больше костей. Больше костей? Да. Уверены? Да. На сколько? На четверку. На четверку? Да. Точно? Да. Мясо лучше покупать в магазине, там костей больше. И это правильно. Сколько раз предлагает отмерить одна пословица, прежде чем отрезать? 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. Насколько уверены? На 5. На 5. Это правильно, действительно это так. Какая из областей граничит с наибольшим количеством государств? Ленинградская, Псковская, Брянская или Ростовская? Ленинградская, то, что думаю. Ленинградская. Ленинградская? Да. Уверены? Да. А почему так решили? Интуиция. Да, доверяем. Доверяете? Да. А на сколько? На четверку. На четверку. Да. У Ленинградской области 2 границы. У Брянской тоже 2. У Ростовской 1, а у Псковской 3. Псковская область. Девушки, ну, 20 баллов вы не набрали. Спасибо вам огромное за участие. Смотрите нас на телеканале «Видное ТВ». Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо.